мотоблок Зубр, 8 лошадок. Это косилка роторна, улучшена, чего улучшена. Тут приварены такие роги, получается, вот такие. Для чего эти роги приварены? Чтоб, как без этих рог кусишь, трава падает, где получается зуб, трава падает и набивается сюда трава. Надо постоянно поднимать, обтрушивать, чтобы снять всю траву. Так как эти роги, эта трава сюда не набивается, а эти роги по этих рогах, получается, донизу, под этот зуб лягает, косилка лучше косить. Так, роги, получается, длина этих рог у нас тут десь 80 см. Длина до верху, но можно робить менше. Сантиметрів 50 хватає. Так, сейчас заведем. Побачим, як воно буде косити. Так, сейчас я покладу, заведу. Секунду. Thank you.